Как вы достали меня, эй! Исчезните, да, по-братски. Вы можете исчезнуть из моей жизни? Мах! Сдохни, блин. А, и чё? Энефентистен фраер! Gosto de 1500 dólares. Их трое! В одном месте трое! Это что просто? Да как они меня достали, реально, блядь, бараны тупые, блин. Я же говорю, бараны, блин. Там еще один. Я вообще рот бомбу. Пойдем, я хочу вот того чпокнуть, бля. Он мне эмоции вот так сделал. Пойдем. Я тебя, блядь, чпокну, бля. Черт, бля. 5 килов, блин, напрасно. Просто напрасно. Давай, иди сюда, иди сюда. Чмо, бля. Иди-ка сюда, бля. Где это? Вот это же меня убил, да, последний, бля. А нет, у Найк, бля. Иди сюда. Ты что, охренел, что ли? Ты бот, бля. А? Алейкум. Александр, ты чё меня, бля, зажал, а? Сори, братан. Просто смотри, я твой стрим вот смотрю всегда. Ты, который тебя убивает, ты их приглашаешь, да? У меня мечта тут, ну как. Ты из-за этого меня сейчас зажал, да? Нет, это скилл. Ты проиграл мне. Ты сейчас меня провоцируешь? Пойдём, пацаны. Да. Ты меня провоцируешь, чтобы я с тобой сыграл СНС-ку? Да. Серьезно? Пойдешь? Подожди, у тебя 8 игр, и ты специально зашел, чтобы специально меня убить? Да, я хочу показать, кто здесь сильнее. Да? Серьезно? Да. Только ты не будешь, ты только зажимать не будешь? Да, не, не. Гоу 8000 лайков, я выскочу с ним. Друзья, давайте 8000 лайков добейте, я с ним выскочу. Ты с ПК играешь? Не-не, я с телефона. Азам. А. Азам. А. Делай эмоции по-братски, я этот скрин хочу сделать. Не буду делать. По-дружески. Давай ты меня выиграешь, я сделаю. Давай, если ты меня выиграешь,
Честно играем в СНС-ку. Если ты меня выиграешь, я тебе даю подарок. Если проиграю. Не, Азам, смотри, если ты 7 раундов сделай, если я тебе 3 раунда возьму, ты это дашь. Просто ну зачем мне с тобой сидеть кашу. Просто так играть столько раундов? Ну давай 4 раунда, я тебе 2 раунда возьму. Ты должен 2 раунда взять. Ну не знаю. Но не зажима. Пока что. Но не зажима. Но не зажима. Да, брат, давай. Окей, давай. Спасибо, что я скрин сделала, да. Делай. Давай, удачи тебе. Тебе тоже. Спасибо. Давайте обрадуем подписчика. Где он? Давай обрадуем подписчика. Друзья мои, давайте наберем 8500 лайков. Это девочка? Нет, это пацан. Он должен забрать 2 раунда. А представьте, он мне 4-0 сделает. Я удалю игру, бля, если он мне 4-0 сделает. Ебать позор будет, если он мне 4-0 сейчас сделает. Ассаламу алейкум, я тоже кумык и тоже живу в Гнаске. Несколько раз сделал тебя на мерсе. Передай салам, зовут Тимирлан. Тимирлан, ассаламу алейкум, брат. Спасибо вам за донат. Друзья, представьте себе, если у меня 4-0 сделает. Я удаляю Free Fire, ухожу, бля, в PUBG, бля. Друзья мои. Зого 8500 лайков. Для вас контент делаю, короче, с подписчиком против играю. Пока что первый раунд за мной. Друзья мои, контент делаю вам, играю против подписчика. Пока что мне повезло, у меня залетел Кирито, спасибо огромное, братан, за донат. Пока что мне везет. Еще раунд буду играть с Зигла. Обрадую пацана, пацанчику будет прям. Все паблики сейчас молятся, чтобы тебя убить. Друзья, давайте наберем 8500 лайков. Это будет достойно, братан. Не знаю, пацаны, пока что первый раунд просто залетело. Не знаю, может быть, просто повезло мне. Но он должен забрать 2 раунда. Как вы думаете, сможет ли он у меня забрать 2 раунда? Друзья мои, не поддавайся. Я не поддаюсь, друзья мои. Я не поддаюсь. Он должен забрать 2 раунда. Если он забирает 2 раунда, я даю ему подарок. Любой подарок, если он забирает. У него еще есть время, и он может... Зажимай. Он меня байтит. Давайте его перебайтим. Он байтит. Будем тоже байтить. Он жестко байтит. Давайте тоже забайтим его. Тоже забайтили. Он меня байтит, я его байчу. Все верно, пацаны, я его не байтил, я его рашил, вы видели сами. Я его рашил, я его не байтил, а сейчас начал байтить. Ну, потому что он байтит меня, зачем байтит меня, я не знаю. Пока что у него не получается, друзья, ему надо забрать 2 раунда. 2 раунда, любой подарок. Если у меня подарок я не могу сделать, я ему доначу. Я ему буду донатить, если он заберет хотя бы 2 раунда, я ему доначу. Пока что у него 0 урона, а нет, 48 урона, нормально. Он же с телефона ТСПК. Так он кинул мне вызов, а не я. Так он же кинул мне вызов. Он сказал, гоу один на один. Я сперва хотел просто поговорить с ним, дать ему подарок и выйти. Но он сказал, гоу один на один. Он меня вызвал, не я его вызывал. Я с ПК, он с телефона, он вызывает меня. О, извини. Ладно, лечись. Лечись, я не хочу его убивать в тело. Я ему 2 раза в тело дал. О, раунд забрал, хорош! Друзья мои, ему осталось еще один раунд забрать. Раунд забрал, блин, молодец, раунд забрал, хорош. Уважаю. Телефона забрать раунд. Честно скажу, очень много есть людей, которые играют с телефоном лучше, чем с ПК-шники.
Хорош! Друзья мои, давайте наберем 9000 лайков. Кого 9000 лайков? Реально, он, блин, четко дал мне в голову, блин, красавчик. Я люблю, я уважаю людей, которые очень хорошо играют. Очень сильно уважаю, если человек реально хорошо играет. Почему бы нет? Не стрёмно проиграть сильному, стрёмно выиграть слабого. Бля, я все, я байтом играю, бля. Блин, забайтил, блин. Как он байтит, пацаны, вы просто не видите, как он забрал, блин. Как он байтит. Не, все, я на победу буду играть. На байт не буду играть. Блин, как он байтит. Все, я ему подарок даю, любой подарок, молодец. Забрал раунд, блин. Как он байтит. Жестко байтит, пацан, жестко байтит. Клянусь, он просто стоит и байтит. Очень хорошо играет. Может, черноту взять его, пацаны? Может, черноту его взять? Он умеет байтить, отвечу. Очень сильно пацан байтит, клянусь, друзья мои, я давно такого байтера не видел. Последний раз я играл с таким байтером, это Марс был. Против моего брата, блин, ему очень хочется с тобой поиграть. Не, со всеми не играю уже, братан. Просто пацану повезло, просто пацану повезло. Ебать, он байтит, клянусь, он так байтит жестко, я давно не играл с таким байтером. Клянусь, я давно не играл с таким байтером, отвечаю, он так четко байтит. А ты что, давно не было? Хороший пацан, очень хорошо играет. Мне нравится, как он играет. Ну, я считаю то, что он два раунда, которые он с дигла забрал. Ну, не два раунда, один раунд это был случайность, я считаю. Один раунд он случайно забрал. Блин, видели, что было сейчас? Я чуть, блядь, мне это не сделал. Вот опять вылетело, два раза вылетело. First blood. Привет, Адам, как дела? Хочется, если попусь и убью тебя, то я покажу, как я умею играть. Ты меня убил, это значит, что я сдамся. Я докажу, я стану лучше. Магмар. Все понял, брат. А зачем? Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал, всем добро пожаловать на стрим, 9000 лайков у нас лучшие, огромное вам спасибо. Короче, пацан, давайте пригласим ему задонатим. Я обещал ему донат, и я ему задоначу. Пацан красавчик, с телефона хорошо играет. Честно скажу, я один раунд отдал, это не отмазки, честно скажу, один раунд он случайно меня, блин, гол удал. А второй раунд он, да, хорошо забрал. Один раунд это был случайность. Ну ладно, ничего страшного, пацан красавчик. Блин, молодец, молодец, перебайтил меня. Очень сильно байтишь, очень сильно байтишь. Азам, у меня телефон такой, у меня баг, который экране поворачивает там. И я не могу играть с таким. Мне надо было перезайти. Я думал, что ты будешь, что я очканул, я вышел. Но я не выйду, пока поиграл с этим. Все, понял. Смотри, какой подарок ты хочешь? Какой подарок хочешь? Ты заслужил. У тебя 11 тысяч лайков, ничего себе. Я не редко увижу человека, который 11 тысяч лайков. Азам, я хочу события забрать, но там за алмазы стоит. Ну, сколько за алмазов? Я тебе... Сколько алмазов тебе хочешь? Много тебе не смогу задонатить? Нет, брат. Сейчас я тебе сейчас скажу, сколько я тебе задоначу. Сколько? Ты вообще донатишь? 1000 алмазов хватит тебе? Нет. 1000 алмазов хватит? Не, я этот, Азам, смотри, я на Ютубе турниры играю, и так я коплю, я вообще игру не люблю. Блин. Куда спасибо за... Спасибо. Сейчас я тебе задоначу. Подожди секундочку. Чуть-чуть Азам, подожди. Можно с тобой играть? По-братски. А не, играть, скорее всего, нет, но я тебе хорошую возможность дал сыграть со мной СНС-ку. Ты молодец, очень хорошо отыгрываешь, но очень сильно байтишь просто. Я пытался не без байта играть. Смотри.
Я пытался без байта играть, но когда ты слишком начал байтить, мне пришлось с байтом играть. Азам, если я это перезайду, ну как перезайду? Телефон. Выйду с игры и потом зайду. У меня хорошо играю. Я не сомневаюсь, если не Не так? сомневаюсь. Не, молодец, честно скажу, хорошая игра с телефона. Пришли алмазы? Да, брат, спасибо тебе большое. Все, от души. Я свое обещание Уважаю. сдержал, ты свое сдержал, молодец. Да. Ну, не получилось, не Азам, фартануло. можно катку по-братски? Не-не-не-не-не-не-не. Но это Ну, я с тобой, смотри, если... брат, Ты это понимаешь, нагло, я... но А? одну. Это нагло, но я хочу с тобой одну катку по-братски. Это тебе 20 минут, а это мне там, знаешь, Нет, сколько надо смотри, внимания, все. братан, я с тобой сыграл 1 на 1, который я практически 90% не играю. 99% вообще всего Ютуба я вообще с подписчиком 1 на 1 вообще не играю. И редко могу поиграть. Ты меня забайтил, мне понравилось твое приложение, я увидел то, что ты хороший игрок, и мне интересно стало. Я сыграл с тобой, ты молодец, красавчик, с телефона. Еще я тебе подарки дал. Ты еще сыграть хочешь, братан? Нет, без обид, без обид. Давай, удачи тебе. Все. Спасибо тебе. Не-не-не, друзья мои, нет, это будет слишком сверхнаглость. Нет, без обид.